Здравствуйте, здравствуйте, друзья! Сегодня у нас суббота, 15 января 2022 года. Температура на острове Уайт плюс 8 сегодня. Ночью было около нуля. Прохладно, очень даже прохладно. Но вы знаете, хорошо, как я говорю, нет ветра, нет дождя, потому что я знаю, что у меня на родине там был штормовой такой ветер, что даже все елки городские повалял. И перепады температуры там, у меня на родине, в Ростовской области, вы знаете, настолько огромные, что просто удивляюсь я. Ну вот смотрите, у них было минус 10, и на следующий день 0, плюс 1. Это же очень сложно, и это очень тяжело для организма. Ну, друзья, ладно, сегодня у меня видео о другом. Здесь, в Англии, вы знаете, хотя уже локдаун не делают, но вы видите, люди продолжают ходить в масках. И вот этот омикрон, который пришел сюда, никто про него толком ничего не знает. И у нас продолжается вакцинация вот этим новым бустером, так называемая вакцина, новая бустер, которая, говорят, иммунитет повышает. Ну, в общем, вы знаете, говорят нам много чего, но тем не менее, получается, что ни одна вакцина все равно не сберегает человека от болезни этой страшной. Я редко рассказываю вам о том, как обстоят дела здесь у нас с вот этой вот ковидной историей. Ну вот, сейчас говорю, что продолжается у нас все-таки какой-то такой, знаете, предостерегающий режим. Не локдаун, как это было весь 20-й год почти. И 21-й, уже даже не помню, какой это год весь был. Вот, ну ладно. Вы знаете, меня что удивило? Я сейчас с вами поделюсь. У меня же здесь внуков-то моих рядом нету. И детей маленьких тоже нету рядом. Я не в курсе. И вот я обратила внимание на то, что вот сейчас я ехала в автобусе. Дети с родителями, у родителей маски на лице почти у всех, а у детей нет масок. Я стала вспоминать, и ведь на самом деле я не видела ни разу, чтобы дети какие-то любого возраста, подростки или совсем маленькие, чтобы у них были маски. Да я даже и не видела, чтобы продавали детские маски. Я, вы знаете, как-то этот момент вообще упустила, а сейчас он меня крайне заинтересовал. Я вот думаю, как интересно, а почему дети не носят маски? А вы вот что знаете по этому поводу? Детям разрешается ходить без масок. То есть получается, что их вообще этот вирус не берет. Как это странно для меня. Я вдруг это узнала и увидела, на самом деле не носят дети маски. Да, расскажите мне, что вы знаете об этом и что вы думаете по этому поводу. Но еще, что хочу я сказать, что, конечно же, и маски эти не спасают. В общем, как я говорю, не хочу я в это вдаваться, в эти подробности. Я, как вы знаете, сделала уже две вакцины. Вот, и сейчас хотела уколоться бустером. Прям серьезно хотела уколоться бустером. Но не тут-то было. Очередь огромная. И вот, кстати, то, что мне тут некоторые говорили, что здесь у нас, когда я показала очередь в аптеку, мне сказали, что да, это не в аптеку очередь, а это очередь на вакцинацию. Но, вы знаете, это все, конечно же, спасибо за вот такие подсказки, друзья. Но я, когда говорю, я иногда ошибаюсь в произношении, но я не ошибаюсь в сути вопроса. Поэтому я была права. Я еще раз подошла и спросила. Мне сказали, что там просто очередь, потому что запускают по 2-3 человека туда внутрь, и поэтому скопилась очередь огромная. Ну хорошо. Что еще я заметила, друзья, могу поделиться с вами. То, что меня удручает, и то, что я замечаю все чаще и чаще, что уже вот такой вот, знаете, специальной какой-то английской культуры, что вот это вот их английский какой-то юмор, английские джентльменские клубы, английские леди и джентльмены, уже постепенно это как-то все упрощается и даже, знаете, исчезает.
Я же, вы знаете, мне есть с чем сравнить, как говорится, вот этот вот старинный, ну не старинный, а все-таки этот пробас-клуб, где пенсионеры и пожилые англичане среднего класса состояли в членах, и где я также была. Я вспоминаю, там были такие традиции, которых сейчас уже вот мы с Мартином ходим, с его друзьями куда-то в такие же клубы. Он занимается дартом, вы знаете, дротики бросать. Он капитан команды, вообще ему это очень нравится. И у них там прям целое движение, и вот целый клуб вот этот вот. Ну и я была несколько раз тоже с ним вместе на каких-то обедах, так же, как в пробас-клубе когда-то со своим мужем. И вот удивило меня то, что уже такого нет, как там. Я сразу же заметила разницу, потому что пробас-клуб, сразу вам скажу, во-первых, у них всегда при любом обеде или ужине всегда последний тост они поднимали за королеву. Это было даже интересно, что они сидели и ждали последнего тоста, специально не допивая свое вино или что там, какой напиток они пили. И потом вставал президент этого клуба и говорил: «Ну и так, последний тост, как обычно, for the queen». Они все поднимались дружно и громко кричали: «For the queen, the queen», то есть «за королеву». Вот этот тост был всегда, я прекрасно помню, потому что я помню, что муж мой, когда мне сказал, что не допивай до конца, придержи немного вина, я не могла понять, почему, потом, в конце концов, я поняла. И еще одна интересная история, это то, что благодарили всегда поваров. Вот после этого вот обеда, который у нас был, какой-то званный, пробас-клубовский обед, это мы заказывали где-то в кафе, в ресторане, в пабе, себе большой стол, как обычно, знаете, делается заказ, меню обязательно было, вот, и когда все это мы откушали, посидели весь вечер или весь день, то, значит, потом опять же поднимался президент и говорил: «А давайте-ка мы пригласим из кухни всех этих замечательных поваров, шеф-поваров и официантов, которые нас сегодня обслуживали». И эти люди уже знали эту традицию, они тоже выходили из кухни радостно, улыбались, и все начинали им хлопать, и даже иногда дарили шеф-повару букет цветов. Вот это было всегда, вы знаете. А вот сейчас уже, к сожалению, уже когда я с Мартином была на вот таких посиделках, этого вообще не было. Не видела я ни тост за королеву, ни благодарность поварам. Я не говорю категорично, может быть, где-то это еще и осталось, понимаете, друзья. Я просто говорю вот на своем опыте то, что я вижу. Давайте я вам еще расскажу одну историю. Открываю тут, это я, свой любимый сайт. So nice. Hey, hello. Hello, my love. This is so nice, so pretty. Do you like to turn it back so you stretch your back? Yes, please. Hey, very nice. Hello. Oh, what's your name, my love? Luna. 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 Oh. Yes. How have dress you have? Не могу я не остановиться, хотя я этих шавок маленьких не люблю, но она уж такая потешная. Видели у нее бантики, но она настолько вертится в разные стороны, что мне не удалось ее прям даже не удалось ее на камеру показать. Хорошо, это такие специально для вас, друзья, отвлечения. Ну, потому что без этого нельзя. Я все-таки хочу, чтобы у меня были для вас позитивные видео, и чтобы вы получали удовольствие, когда вы слушаете меня и смотрите вокруг. Поэтому вот я вот так и говорю некоторые моменты, которые я не могу вам не показать и пройти мимо. Нравится ли вам центр Шанклина? Я забыла спросить. Это вот я все еще гуляю по центру Шанклина. Ну, Шанклин город огромный. Здесь центральных улиц много, несколько. Я сегодня с вами постараюсь погулять по некоторым из них. Я специально вам показываю в центре людей. Сегодня суббота, и людей у нас
довольно много. И видите, как все по-разному тоже одеты. Вот это тоже спрашивали у меня, не поймешь, какая у вас погода, потому что все одеты совершенно по-разному. Если бы вы увидели меня, то вы бы поняли, что я вообще в пуховике. Я в пуховике лебяжьем хожу, шуршу. Слышите, вот если вы слышите такой звук, то это я вот руки поднимаю и шуршу пуховиком. Вот, поэтому я как-то остерегаюсь ходить раздетой. Ну и многие ходят в куртках. Но многие, вы видите, ходят вообще совершенно раздетые. И даже, знаете, некоторых я видела в шортах мужчин. Все хотела вам как-то попытаться снять их, этих сумасшедших, которые ходят в футболках и в шортах, плюс 8 градусов. Ну вот никак мне не удается, это слишком долго вся история, чтобы это все поймать на камеру. Поэтому уж поверьте мне, что попадаются и такие. Абсолютно англичане не заморачиваются по поводу того, что они носят. У них, как таковой, наверное, сезонной одежды даже и нет. Вот мне так кажется, что нет, потому что они носят все, что попало. Кто-то может летом, вы знаете, ходить в куртке и в этих теплых башмаках, а кто-то может зимой ходить в сланцах и в шортах. Абсолютно не поймешь. Так вот, друзья, открываю это я свой любимый сайт, и вдруг мне выскакивает реклама. И пишут: билет горящий на самолет срочно, Лондон-Рим, за 8 фунтов туда и обратно. Вы знаете, я не поверила своим глазам. Рекламы разные бывают, но, друзья, 8 фунтов билет на самолет туда и обратно. То есть это, знаете, сейчас вам скажу для сравнения, что значит 8 фунтов. Это значит на двоих купить кофе-капучино где-то в кафе и маленькую плюшку. Вот это будет 8 фунтов. И бывает даже и дороже, вам это обойдется. А здесь за 8 туда и обратно слетать в Рим. Я, конечно же, сразу открыла. Если кто желает посмотреть, кто мне, может быть, не верит, а может быть, те, кто верит и хочет приобрести, вот, я внизу в описании дам вам ссылочку. Я открыла, действительно, вы представляете, до чего дошло, что 8 фунтов слетать? И я подумала, а не махнут ли мне на мой день рождения в Рим ненадолго, представляете, вот, тем более, что я настолько засиделась. И я тут-то прямо так, знаете, воодушевилась, так засуетилась, стала смотреть, дальше искать. Ну, там оказалось, что если я беру с собой багаж, то плюс еще 20 фунтов, но даже 28 фунтов, согласитесь, это же просто смешная цена. Поэтому я была бы согласна, но я сразу затормозилась о том, что тут тоже нужно... Вот эти все QR-коды, как они называются в России, а здесь они называются сертификат о вакцинации, по-моему, как-то так. Я, сказать по правде, вообще не в курсе, потому что я сидела, вот целый год я просидела на попе ровно, и получилось, что я все пропустила, и я не знаю, как тут быть. Я знаю, что из страны выпускают, но могут в страну-то не пустить. И без этого сертификата, а еще тут писали и говорили в прошлом году, что даже нужно по возвращении сидеть на карантине 2 недели, ну, кому же это нужно? А у меня, вы знаете, все так быстро происходит, экспромтом, вот на охоту идти, собак кормить, это про меня. Поэтому у меня, конечно, никакого сертификата нет, хотя я уже несколько месяцев назад сделала вторую вакцину. Я ее почему и сделала, кстати, что я подумала, если я вдруг поеду куда-то в Европу опять, то мне будет нужна вторая вакцина, потому что сертификат. Дальше мне сказали, когда я дозвонилась до единственного телефона, мне сказали, что вам придется так или иначе проходить тест на границе. Вот этот вот, как он там называется, не помню, это, эти все аббревиатуры. Ну, в общем, тест на ковид, есть у вас он или нет. И вот за этот тест я должна заплатить порядка 300 фунтов. 300 фунтов, это 30 тысяч рублей сразу перевожу. И это просто огромная сумма. Ну, извините меня, зачем мне тогда бесплатный почти пролет на самолете, когда я плачу 300 фунтов за сертификат. В общем, я тут немножко затормозила, хочу это все узнать поподробнее. Кстати, у меня многие
мои зрители, они из Европы, они смотрят тоже мой канал. Пожалуйста, если кто-то в курсе, просветите меня, может быть, я еще успеваю, и может быть, я действительно куда-то съезжу. Там на пару дней, 18-го вылет, и 22-го обратно из Рима. Где там что останавливаться, это уж вы, конечно, сами там на Book.com должны зарегистрировать заранее, забукировать себе какой-то отель. Ну, или если есть у вас где остановиться. Но вообще, конечно, это очень заманчиво, потому что, представляете, таких цен, конечно, никогда раньше не было. Я вспоминаю, думаю, ё-моё, мне бы помоложе, да побольше прыти, да энергии, вы знаете. Вот я бы, конечно, мотанулась сразу. А сейчас уже что-то и боязно, и тормозится. Так, дальше, что я хочу вам рассказать. Вот я, кстати, хочу вам так аккуратненько показать вот этих вот здесь англичан. Буду рада, если вы увидели. Вот больше всего я, конечно, хотела женщину показать. Ей уже далеко за 70 опять. И она вот такая вот активная. Я ее видела совсем недавно. Они тут выплясывали в каком-то баре. И у них была большая компания, и с ней была подруга, такая же, наверное, возрастом, англичанка тоже, конечно же. И вот, вы знаете, у нее, у второй ее подруги, у нее были такие косы заплетенные, седые абсолютно волосы, никогда, наверное, не крашеные. И вот эти косы, ну, я не могу сказать, что они были с руку толщиной, но, тем не менее, знаете, вот два пальца толщиной, они точно у нее эти косы, при том, что две. То есть я хочу, знаете что, опять обратить ваше внимание, у англичан такие шикарные волосы. Знаете, до самой старости иметь вот такие толстые косы. А по мне, так вот, как говорится, хорошие волосы и хорошая фигурка, стройненькая, и все. А лицо мы нарисуем, вы же знаете. Хотя сейчас, конечно, у нас эта наука дошла до такого уже, что можно все поменять. Можно нарастить волосы, луковицы, можно фигуру накачать, подкачать или наоборот откачать. Откачать жир, подкачать ягодицы. То есть все это, конечно, можно. И я в связи с этим, знаете, что вспомнила? Здесь же в Англии уже, ну, 95 или 99% всех людей, умерших, всех кремируют. И на кремацию очередь бывает нужно ждать месяцами. Да еще потом, это же не бесплатно. Вы еще за саму кремацию должны около 1000 фунтов, по-моему, заплатить. Вот так, понимаете, извините за подробности. Так вот, как-то тут, я помню, мы разговаривали с англичанами. Я говорю, господи, вот надо же, получается так, что уже не останется вообще от людей, и могилки не останется. Еще тут взяли моду сейчас, вы знаете, этот пепел развеивать просто над океаном или там над каким-то местом. Развеивать где-то прах. То есть уже вообще и могилки не останется, и цветочков некуда будет принести, прийти повспоминать. Так вот, когда мы об этом заговорили с англичанами, моими знакомыми, вы знаете, что мне сказал один из них, мужчина? Такой циник, пессимист, он сказал. А вы знаете, что сейчас уже дошло до того, что вот тела умерших людей, их даже черви не едят. Вы представляете, дошло? И вот это вот, я помню, оно меня так поразило. Вы слышали такое? Вот для нас как-то, вы знаете, непривычно тоже обсуждать вот эти вот все моменты. И как-то сразу даже, может быть, некоторых покоробило то, что я сказала. Но вот здесь, опять же, у них совершенно другой менталитет. Они преспокойно разговаривают о завещаниях, о том, как вот каждый человек, он когда-то умрет. И вот то, что, знаете, иногда очень назойливо, особенно вот этот вот год, когда была здесь такая жуткая пандемия, и, вы знаете, крутили рекламу про funeral. Здесь funeral – это похороны, знаете, по-английски. С конца говорили, что если погибли, если умерли ваши родственники, или вдруг вы сам уже так сильно заболели, то не забывайте, что надо заранее все подготовить, что значит составьте план на свои похороны, как вы предпочитаете, чтобы вас хоронили. Все-все расскажите, опишите, и вот они все это обсуждают, и у них специальные есть целые конторы, solicitors, опять я же говорю,
которая занимается именно вот оформлением завещаний. И я показывала вам тоже в одном из своих видео, как мне тут назойливо бросали брошюрку в почтовый ящик о том, что я должна подумать о своем завещании и о своих похоронах. В общем-то, весело. Я, конечно же, уже давно здесь живу, и я привыкла к некоторым вещам, но вот к таким я привыкнуть не могу.